Сегодня с парламентской делегацией из Индонезии встретился председатель Совета Республики. Как отметил Михаил Мясникович, Беларусь рассматривает сотрудничество с Индонезией как одно из приоритетных направлений внешней политики. Торгово-экономическое сотрудничество двух стран динамично развивается, однако, как отметил Михаил Мясникович, потенциал далеко не исчерпан. Кроме развития политических и парламентских контактов, он обратил внимание на такие перспективные направления взаимодействия, как инвестиционное и научно-техническое.